Ну, учебный год уже совсем близко. Это значит, что в учреждениях образования все должно быть готово для комфортной учебы и развития детей. В школьных коридорах еще можно уловить запах свежей краски. Ведь за лето в учреждениях образования старались как минимум освежить интерьер, а в некоторых школах пришлось капитально подойти к подготовке к новому учебному году. Классы, спортивные актовые залы, пищеблок, коридоры, прилегающая территория, хозяйство немалое. Этот вопрос в зоне постоянного контроля и внимания прокурора. На сегодняшний день особое внимание уделяется вопросам готовности учреждений образования. В текущем году изменились подходы при подготовке учреждений образования. В апреле месяце, в соответствии с постановлением Совета министров, в каждом учреждении образования были созданы акты, в которых определены мероприятия, которые необходимо провести в каждом учреждении образования для того, чтобы к 1 сентябрю учреждения образования были готовы. И уже в августе мы начинаем вместе с руководителями учреждений образования контролировать, как же проведены мероприятия по готовности. На сегодняшний день, к 1 августа, каждый руководитель учреждения образования должен был обратиться в комиссию, которая проверяет готовность учреждения образования, и отчитаться о том, какие приняты меры по выполнению всех требуемых мероприятий. Вместе с представителями прокуратуры наша съемочная группа посетила два учреждения образования города Бреста, среднюю школу номер 27 и номер 5, чтобы посмотреть их готовность к новому учебному году. Столь пристальное внимание уделено данным объектам неспроста. Так, в 5-й школе проходит полная замена пищеблока с дополнительной пристройкой, а в 27-й школе ведут масштабные работы по укладке нового стадиона. В целом проверка показала, что проделана значительная работа, однако имеются недостатки и упущения. Прокуратурой города Бреста проводится проверка исполнения законодательства, регулирующего обеспечение готовности учреждения общего среднего образования к началу 2024-2025 учебного года. Управление по образованию и руководство учреждения образования ответственно подошли к подготовке школ в соответствии с требованиями законодательства. Проведены косметические ремонты учебных кабинетов, обеденных и спортивных залов, санитарных комнат. В завершающей стадии находится работа по реконструкции пищеблоков, в частности в средней школе номер 5, оборудование разворотной площадки и площадки для посадки-высадки учащихся вблизи средней школы номер 27, осуществление реконструкции бассейна в средней школе номер 9. Вместе с тем на контроле остаются вопросы, связанные с состоянием фасадов, спортивных площадок, уличной дорожной сети. После подписания паспортов готовности учреждение образования прокуратурой города Бреста будет повторно изучено устранение указанных нарушений. Особое внимание в ходе подготовки мы смотрим на организацию питания в учреждениях образования. Сегодня у нас третий этап, проходят 150 учреждений образования, которые новые формы питания будут организованы. Поэтому мы смотрим, как закуплено оборудование, все ли оно работает. Особое внимание уделяется тем учреждениям образования, где у нас проводятся капитальные ремонты. У нас 22 таких учреждения образования, текущие ремонты. На сегодняшний день у нас особое внимание вопросам безопасности спортивных объектов. Мы смотрим, как у нас ворота закреплены, имеется ли все оборудование для детей. И, конечно же, мы на сегодняшний день будем принимать все меры, чтобы дети пришли в школы, которые будут готовы, и все приняты меры по их безопасности. Проверки прокуроров будут продолжены в целях контроля за устранением выявленных нарушений и обеспечением безопасных условий пребывания детей в учреждениях образования. Ведь в вопросах безопасности и защиты прав детей мелочей не бывает.